цивилизация уже давно нашла способы договариваться и решать вопросы, в том числе и проблемы, в пользу граждан, но на перспективу. И это как раз парламентаризм, тот самый цивилизованный способ решения всех проблем. Потому что цель у всех одна — жить хорошо. И чтобы дети жили хорошо. И чтобы последующие поколения жили на экологичной планете, чтобы был достаток. И как раз за это каждый житель и переживает. Но способы и видения могут быть абсолютно разными. И как раз парламент сближает всех, настраивает на достижение общей цели. И вырабатываются компромиссы, появляются новые способы решения проблем, не такие радикальные или не такие, например, долгие. Кто-то хочет решить быстрее, кто-то видит другие пути решения, менее дорогостоящие и так далее. То есть это как раз, когда мы говорим про сдержки и противовесы, то есть как раз это про парламент. Но я считаю, что очень хорошо, что это на текущий момент самый устойчивый орган власти.